Как вы пришли к тому, чтобы начать заниматься бегом? Я спортом занимаюсь с самого детства и постепенно менял плавание на лыжи, затем на бег и пришел, собственно, в бег. Почему это интересно? Это интересно, потому что это укрепляет организм и дает подумать о жизни. Сколько вы уже занимаетесь бегом? Бегом я занимаюсь с 2018 года. Какие свои успехи в беге вы бы отметили особо? Больше всего я горжусь результатом на полумарафоне час 08:38, который вкладывается в норматив кандидата в мастера спорта. Как вы совмещаете работу и хобби? Я бегаю в свободное от работы время. Есть ли у вас единомышленники? В КНЦ, в городе, в области? Да, конечно, у нас есть целый клуб любителей бега «Северное сияние», и у нас в нем есть участники и из города Апатиты, и из КНЦ, и со всей области, и даже за ее пределами. Какие качества характера нужны для занятия бегом? Это упорство, терпение и умение не перегибать палку. И как раз бег помогает достичь эти качества. Что привносит в вашу жизнь бег? Как раз те качества, о которых я сказал. Сколько времени вы уделяете бегу? Где-то по часу в день, бывает больше, меньше, то есть можно сказать от 4 до 10 часов в неделю. Насколько дорого вам обходится ваше увлечение? Честно говоря, я не прикидывал, но бег может быть как очень дешевым видом спорта и очень доступным, и практически не иметь каких-то затрат, и очень дорогим, если мы говорим о какой-то элитной экипировке. С какими трудностями вам приходится сталкиваться? Это суровый северный климат, полярные ночи и отсутствие манежа в городе. Если человек хочет начать заниматься бегом, что ему стоит вообще делать? Ему стоит начать выйти на улицу, пробежаться чуть-чуть. А если совсем не знать, что делать, можно обратиться к нам. Какой совет вы дадите начинающим? Выходите на улицу и бегите.